Жалобы от рязанцев поступают и одиночные, и коллективные. Долгое время проблемы официально старались обходить стороной, однако сейчас даже государственники заявляют, и количество, и образ жизни, и поведение приезжих переходят все границы. Россия как дойная корова для зарабатывания денег и страна, где возможно творить все, что угодно. По всей видимости, именно так позиционирует наше отечество многие так называемые «гости». В ходе рейдов полицейские проверяют у гастарбайтеров наличие необходимых документов на пребывание в нашей области. Подобные рейды проводятся и будут проводиться регулярно в целях обеспечения правопорядка на обслуживаемой территории. В этот раз мы уделили большое внимание территории, прилегающей к городской свалке. Не секрет, что рядом расположены садовые товарищества, и в последнее время участились жалобы от владельцев участков о том, что иностранные граждане, в том числе и работающие на городской свалке, в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения заходят на территорию садовых товариществ. Не всегда эти посещения носят чисто ознакомительный характер. Зафиксированы случаи повреждения имущества дачников, хищения изделий из металла и проникновения в садовые домики. Напомним, в областном управлении полиции работает круглосуточный телефон доверия по номеру 216307. Рязанцы могут сообщать о различных правонарушениях, в том числе со стороны приезжих.